Всем привет, друзья! В наше кризисное для кинематографа время почему-то стало редкостью действительно хорошее кино, способное вызвать те или иные эмоции за преградой бесконечных ремейков, перезапусков и экранизаций, которые впоследствии оказываются полнейшим дерьмом или чем-то таким себе, чувствуется полное отсутствие оригинальных творческих идей у современных киношных творцов, где, к примеру, вы как зритель ждете фильм по вашей игре детства, который по итогу оказывается чем-то таким себе, в тот момент как условный отечественный кинокомикс, который ты не особо-то и ждал, смотрится куда лучше во многих при этом аспектах, имея более-меньше бюджет. И опираясь на данный факт, довольно рискованно для самого себя строить какие-то ожидания. И идя на третьего паука, я, откровенно говоря, не строил надежд на итоговый шедевр, однако сам фильм ждал с нетерпением. Если коротко, то сказать, что фильм оправдал свои ожидания, это не сказать ничего. Ну и собственно, коротко об этом видео. Сперва поговорим о картине «Человек-паук. Нет пути домой», коротко и без спойлеров. Затем, уже в спойлерной части, я поделюсь с вами впечатлениями, где также отмечу плюсы и минусы фильма. А уже ближе к концу видео, для своей аудитории в конце ролика, я поясню, в каких направлениях еще в дальнейшем будет развиваться мой канал. В общем, давайте уже приступим. Или, как говорится, обо всем по порядку. Буквально несколько дней назад прогремела премьера самого ожидаемого фильма этого года «Человек-паук. Нет пути домой». И то, ради чего многие шли на этот фильм, собственно, то и получили. По большому счету, «Человек-паук 3» — это типичный фильм Marvel. Нельзя сказать, что картина оказалась прорывной в плане графики, экшена и многих других отдельно взятых аспектах. Однако здесь присутствует неплохой сюжет, хороший сценарий, да и самой истории дается хороший толчок, когда очень удачно внедрили драму и отличное развитие персонажей, чего, кстати, пауку Тома Холланда не хватало в двух предыдущих сольниках. Ну и к слову, в Marvel наконец-то научились делать и, собственно, выстраивать нормальную драматургию. Если не затрагивать какие-то события, то в целом фильм достаточно неплох, однако делает его отличным как раз-таки некоторые события, которые мне и вам, как зрителям, подарят кучу эмоций и теплых чувств для согрева души. И именно данный эмоциональный аспект и делает киноленту особенной не только для зрителя, но и для кинематографа в целом. Это та часть киновселенной Marvel, которая как бы напрямую нам говорит, что все, что вы видели около 10 и более лет назад, типа Блейд, Каратель, Люди Икс, Хеллбой, Призрачный Гонщик, Паук, Эндрю и Тоби и многое другое, это не просто отдельные экранизации по комиксам Marvel, это альтернативные вселенные, которые рано или поздно могут пересечься с основной киновселенной Marvel, и это действительно круто. Ну и по итогу обзора без спойлеров скажу так, в целом третий паук мне понравился, и я его считаю лучшим фильмом киновселенной Marvel после Войны Бесконечности. По крайней мере, здесь не было такого количества откровенного бреда, как в том же финале. А далее мы уже переходим к обзору со спойлерами, где я буду помечать плюсы и минусы фильма, и те, кто его не смотрел, рекомендуется на этом прекратить просмотр. Для остальных же мы продолжаем.
Третий Спайдермен напрямую продолжает концовку второй части, а завязка истории в «Нет пути домой» в целом логичная, однако которую можно было предугадать и еще по трейлеру. После запоротого заклинания Стрэнджа по вине Питера Паркера во вселенную Холланда стали прорываться культовые злодеи из других вселенных. И весьма забавно было наблюдать, как осьминог и песочный человек, сражаясь с пауком, после удивляются, что под маской не Тоби Магуайр, а совершенно другая личность. Ты не Питер Паркер. То есть, сидя перед экраном, это реально смотрится несколько иначе, когда, собственно, сами злодеи понимают, что они попали в другую реальность, где каждого антагониста повыкидывало с их миров совершенно другой незадолго при этом до их гибели. Однако здесь не все так однозначно. В картине неоднократно говорится, что все 5 злодеев, которых перекинуло в этот мир, погибли, сражаясь с Человеком-пауком, и что Паркеру придется биться с призраками прошлого. Однако Ящер и Песочный Человек не погибли. Странновато, не правда ли? Другой момент. Временная хронологическая линия, как и законы путешествия во времени, всегда в Marvel работали по желанию создателей. Также и здесь логика временного континуума очень легко рушится, потому как если все злодеи переместились незадолго до своей гибели, то когда именно переместились пауки Эндрю и Тоби, и как это вообще работает, тоже не совсем понятно. Далее нам демонстрируют сцену, в которой, собственно, оставляют намек, то что паук Тома Холланда в будущем может стать главным лицом киновселенной Марвел, а именно когда паук побеждает Доктора Стрэнджа и приковывает того в зеркальном измерении. После попыток Паркера спасти злодеев с других вселенных, все заканчивается гибелью тети Мэй по вине самого же Паркера, где, собственно, нам демонстрируют действительно драматическую сцену, которая тоже цепляет, как своими последствиями, так и актерской игрой. А перед самой смертью слова тети Мэй в этой вселенной отсылают к легендарной фразе дяди Бена Тоби Магуайра, что, собственно, не передать словами. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственность. Данная сцена не только отсылала, но и подготавливала зрителя к более эпичному событию. Также, когда Паркер заковал Стрэнджа в зеркальном измерении и забрал у него кольцо, тот отдал его Неду, где мы, собственно, подбираемся к одной из лучших сцен в фильме. Когда после смерти Мэй паук Холланда уходит в себя, Нед, овладев кольцом Стрэнджа, что выглядело немного странновато, пытается через порталы найти своего друга. И пусть сама сцена с появлением других пауков была неоднозначной, однако в конкретном случае важен сам факт. Поистине легендарное появление во вселенной Марвел паучков Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда все-таки состоялось. И ты как зритель знал, что это должно было случиться. Однако, когда они выходят, тебя пробирает до мурашек. Для кого-то Гарфилд, для кого-то Тоби, в моем случае Тоби, будет в каждом зрителе необъяснимые эмоции, пробирающие до слез или восторга. И даже спустя некоторое время ты не веришь, что это случилось. Когда с портала вышел старичок Тоби, это было нечто. Еще 20 лет назад, когда ты в детстве наблюдал, болел и переживал за одного из своих самых любимых супергероев, уже сегодня, слегка постаревший, он появляется на экране вновь. И это действительно незабываемые ощущения. Да и отличная, на мой взгляд, сцена на крыше, которая сплочает трех пауков за счет какой-то общей боли и общего чувства утраты, что также смотрелось здорово. После уже воссоединения трех пауков между персонажами ощущалась особая химия. А за удивлением Паркеров, Холланда и Эндрю также было забавно наблюдать, которые узнали, что, к примеру, паук Тоби Магуайра пускает паутину без всяких там шутеров. Еще хотелось бы несколько слов сказать и про Тома Холланда. До третьего паука в плане актерской игры он не особо-то и выделялся. Не только в киновселенной Марвел, да и вообще. Однако в «Нет пути домой» лично мне Холланд показал, что периодически он способен отыгрывать некоторые
некоторые драматические сцены. Да и характер персонажа был отражен неплохо. Когда его Питер Паркер по собственной вине потерял близкого человека, которого впоследствии съедала жажда мести. А вот, к примеру, Джон Джемисон в этой истории ничем примечательным уже не выделялся. Во многом за счет смены дубляжа по определенным причинам. Ведь, как оказалось, дубляж играет ключевую роль. Просто вспомнить, как Джемисон сиял в трилогии Рэйми и как он не особо примечательно смотрелся здесь. Просто небо и земля. Ты хочешь работать в штате, и ты хочешь работать в штате. А кого волнует, чего хочу я? Меня! Замолкни. Пшел вон. Я хочу, чтобы все увидели, что Человек-паук – жалкий преступник. Полное фуфло. Гад. Ну и мы, собственно, подобрались к развязке в данной истории. Финальная сцена трех пауков и четырех злодеев получилась, так скажем, неплохой. Но не более того. Однако в этой же финальной сцене присутствовали и отдельные крутые моменты. Когда Гарфилд спасает М.Джей Холланда, что, собственно, предугадывалось в трейлере, можно обратить внимание на состояние персонажа, который, держа на руках М.Джей в слезах, все же прощает себя за то, что когда-то не сумел спасти Гвен. Тут просто без комментариев. Достаточно один раз увидеть, чем миллион раз услышать. Во время боя на статуе Свободы, когда к идущему осьминогу приземляется Питер Паркер Тоби Магуайра и снимает маску, это было также весьма трогательно. Ну и, собственно, финальный бой Холланда и Гоблина. Когда паук Холланда, уже победив Гоблина, замахивается, чтобы проткнуть врага. Его же глайдером его останавливает паук Тоби Магуайра, словно батька, не позволяющий своему сынку натворить херни. Который спасает не Гоблина, он спасает в первую очередь паука Холланда. Это было, конечно, круто. Однако, когда Гоблин протыкает Тоби Магуайра, на этом действительно весь зал замер. Однако Тоби выживает. Но понервничать фанатам, конечно, пришлось. В целом же, лично мне фильм зашел на твердые 8,5 из 10, где после просмотра я давненько не получал таких эмоций. И всем, кто работал над картиной, огромное спасибо. Человек-паук 3 «Нет пути домой» — это в первую очередь кино, которое делали для фанатов и с душой, что в наше время редкость. И вот за это прям отдельный поклон. Я сильно ждал третьего паука, и от увиденного в Spider-Verse остался в полном восторге. Хоть и были, конечно, неоднозначные моменты, но куда же без этого. Если видос за пару недель соберет хотя бы 2 или 3 тысячи просмотров, я сделаю еще одно видео про нового паучка. Ну и также в нем поговорим еще и о том, что же нас ждет в новой паучьей трилогии. И стоит ли ждать дальнейшее появление Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, потому как, по слухам, Марвел не хочет так просто расставаться с культовыми паучками. Ах да, чуть не забыл, где-то через дней так 5 выйдет мой совместный видос про пауков, только уже на другом канале. И как только, так я сразу опубликую его на своем канале в посте. Если что, переходите по ссылке, будет интересно. Ну и еще несколько слов уже для своей постоянной аудитории. Друзья, я как зритель довольно разносторонний, и мне не хочется, чтобы канал застаивал, упираясь только на российские сериалы. Я прежде всего планирую развивать канал в различных направлениях. Поэтому прошу отнестись с пониманием, тем более делая разнообразный контент, мне будет куда проще, чем заострять внимание на чем-то одном. Ну и про основную рубрику забывать также не будем. Как мою семью. Вот как это называется. Ракеты. Запомню. Он до сих пор не понял, что умер. Думает, что сейчас придет мама. А она не придет. Никогда. И ко мне тоже. Потому что вы всех убили. А на этом наше видео подходит к концу. Если понравилось, ставь лайк, а также подписывайся на канал. На этом у меня все, друзья. Всем пока и до скорого. Спасибо. Заходи!
если что.